Итак, ну вот, закончили мы с пустыми баночками и переходим к новинкам, то, что у меня появилось. Начну, наверное, с шампуня. Купила я себе вот такой большущий шампунь Шаума. Здесь у нас идет аж 360 мл. Классный аромат, классный шампунь. Хорошо промывает голову, оставляет объемчик, что самое главное. Не так, как было с шампунями от Avon. Как-то они, в общем, не создавали, не давали мне того эффекта, который мне бы хотелось. И вот этот шампунчик, в принципе, меня устраивает. И даже скажу, что он даже лучше борется с перхотью, чем, допустим, предыдущий шампунь, который я брала от Fructis. Так что вот, здесь у нас, в общем, формула Volume Plus с перитоном цинка. Разработана специально для борьбы с видимой перхотью и возвращения волосам красоты и объема. Так что вот такой большущий шампунь. Уже несколько раз помылась, и мне он понравился. Как он работает, я пока довольна. Следующая новинка, это, конечно, как я уже сказала, что я приобрела замену мицеллярки Гарнье, которая у меня закончилась, и повторила точно такую же, также купила ее в магазине Магнит, тут 400 мл, прекрасный продукт, очень им довольна, и хватит мне его, опять же, надолго. Так, еще то, что я купила, это была вот такая умывалочка. О них я уже рассказывала. Мне очень нравится данное средство. Это у нас идет весна. Гель для умывания огуречный. Увлажняет кожу лица. Содержит экстракт алоэ вера и депантенол. Здесь у нас 100 мл. Хорошо смывает макияж. Практически не сушит кожу, но щиплет глаза. Ого-го как. Из этой линейки я покупала три разных геля для умывания. Есть еще у них с ромашкой и есть еще, по-моему, целебные травы. Все они мне понравились, но вот решила повторить огуречный, потому что нравится именно такая отдушка огурца. Поэтому классные средства, стоят они очень бюджетно, буквально что-то там рублей 68, ну может быть 70, но недорогие, но классные. И также для себя я решила еще повторить два лака для ногтей от фирмы, вот так вот они называются, в общем, фирма Quiz Gel Shine, да? Gel Finish, господи. В общем, взяла я два лака, один из них вот у меня на ногтях, это у нас идет оттенок 08, а второй оттенок просто такой насыщенно красный. Давно у меня не было красного лака, но его я уже попробовала, и он оставляет очень сильный красный пигмент на ноготочках, так что с ним нужно быть поосторожнее. Вот этот оттенок очень мне понравился, такой припыленно-лиловый красивый цвет, и, в общем, вот такой у меня тут а-ля дизайн что-то, типа, в общем. В прошлый раз я брала вот такой красивый цвет, такой нежный. Нежный персик, наверное. Классные лаки, хорошо держатся, прекрасно ложатся в два слоя, достаточно быстро сохнут, даже без топового верхнего покрытия, именно то, что касается сушки. Так что вот, классные продукты, понравились. Так, что у меня еще появилось новенького и интересненького? Ах да, забыла показать еще вот такой вот лачок. Какая-то тут фирма, значит, Stax, я так понимаю. Просто блестки, просто вот, вот так. Ну, короче, вот так, да. Такие вот блесточки. Вот. Это что касается моих новинок. Еще у меня появилась одна красота, которую подарила мне моя сестра. Суть идет вот о этой красоте. Я уже выкладывала в Инстаграм фотографию в сережках из этого комплекта. Если я найду название, я обязательно где-нибудь напишу, как называется. В состав данного комплекта входит колье невероятной красоты. Такой сиренево-фиолетовый идет. Сиренево-фиолетовое сочетание камней. Классное. Сделано достаточно все качественно, так прям не придерешься. Я бы назвала, наверное, уже это украшение винтажным. Оно было достаточно давно. Также тут у нас идет браслетик. Правда, здесь вот выпал камушек, но думаю, может быть, что-то можно будет придумать и как-то его реанимировать. Но смотрится прям очень-очень богато. Классный такой вообще. Красивый браслет. Я уже успела выгулять этот комплектик.
В Инстаграм, наверное, девчонки, кто следят за мной, уже видели. Вот эти вот замечательные сережечки. Очень аккуратные, миленькие такие. Прям вот под мой макияж все подходит. В общем, люблю я это сочетание. И модель очень-очень-очень такая удачная. И кольцо, завершающий элемент данного комплекта, это кольцо. Колечко мне идет вот на безымянный палец. Оно такое объемненькое, тоже красивое, интересное. Довольная я этим комплектом, поскольку сестра у меня не носит бижутерию, и, в принципе, он у нее лежал без надобности. Ну что ж, в общем. Я предложила, и вся эта красота нашла свою хозяйку. Да, что касается новинок, тоже на этом все. Ну и новинки, и уже такая винтажная новинка, которой я осталась очень довольна и с удовольствием буду ее носить. Ну что ж, едем дальше.